сняли для очистки скворечники. В одном из скворечников явно дятел пытался раздолбить дырку. Непонятно зачем. Там он собирался устроиться, что ли, на зиму. Ну, все было непонятно, пока мы не вскрыли сам скворечник. Смотрите сами, что получилось. Вот дырку он всю просто измочалил. А внутри у нас осиное гнездо. Кроме того, что здесь у нас птички вывелись, здесь у нас жили горехвостки. Не знаю, когда успели осы сделать гнездо. Ну вот, когда-то успели. Явно не с птичками, потому что занят весь скворечник. Птички успели птенчиков вывести, они вылетели в июне. Так что вот что искал дятел. Личинок он, наверное, искал осиных. Так тоже бывает. Вот почему скворечники надо чистить. Совершенно неожиданности вас могут ждать полные. Смотри, что делается. Вот это остатки гнезда. Вот это вот и хотел дятел. Кошмар полный. Конечно, птичка в таком скворечнике никогда не поселится. Вон и личинки ос тут были. То есть полный набор. Первый раз у нас такое никогда еще не было. Обычно просто сухое гнездо вынимаем. Так что не забывайте чистить скворечники каждый год, если хотите, чтобы птички у вас селились. Сейчас все почистим, кипятком прольем и обратно повесим. Будем ждать птичек.